Арина родилась 1 июня 2009 года. Когда ей был 1 месяц, мы сдали планово общий анализ крови. Мы не успели даже прийти домой, как нас вернули обратно в детскую поликлинику. Мы прибежали, сразу тогда прозвучал такой диагноз, как лейкоз. Нас даже не отпустили домой, вызвали скорую помощь, и нас отвезли в приемное отделение. В нашем родном городе нам не могли ничем помочь. Нас отправили в Архангельскую областную больницу. Там были бесконечные сдачи анализов, обследования. Врачи никак не могли понять, что с ребенком, не могли поставить диагноз. Арине становилось хуже. Она перестала практически просыпаться, очень плохо кушала. Мы поняли, что что-то не так. Сами начали в интернете искать клинику. Почему-то нам больше понравился город Санкт-Петербург. Мы приехали в Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой. И нам был поставлен здесь диагноз. Синдром Швахмана-Даймонда с трансформацией в миелодиспластический синдром. То есть у Арины в крови появились раковые клетки. Нужно было что-то делать. Современная генетика, а особенно генетика человека, одна из наиболее бурно развивающихся областей научного знания. Характерно при этом, что многие ее достижения очень быстро находят свое практическое применение, в частности, в области медицины и здравоохранения. Главной целью ученых-генетиков на сегодняшний день стоит борьба с естественными мутациями организма. Или иначе, наследственными генетическими заболеваниями, нарушающими важные процессы жизни человека. У Арины редкое генетическое заболевание – синдром Швахмана-Даймонда, переданное ей от родителей, вызванное мутацией в определенном гене. Люди с таким заболеванием живут совсем немного – от 7 до 20 лет. Эта болезнь нарушает жизненный цикл стволовых клеток костного мозга Арины, нарушает его основную функцию – кроветворение. Стволовые клетки не успевают созревать в клетке крови и умирают до выхода из костного мозга, что приводит к возникновению анемии, а впоследствии и к острому миелоидному лейкозу. Уникальность, особенность генетических болезней заключается в том, для них очень трудно найти донора. В таких ситуациях, как правило, используют неродственных доноров, совместимых или частично совместимых по генам гистосовместимости. Очень часто используют клетки пуповидной крови. Мы не нашли донора ни в российской базе данных, и не нашли донора совместимого, подходящего в международной базе данных, поскольку у Арины, у этой семьи, очень редкие есть гены, и для них очень трудно подобрать донора. Тогда была предложена гаплоидентичная трансплантация от одного из родителей. В качестве донора у нас выступил папа. Он подошел ей на 50%. Это был большой риск, но мы пошли на это, потому что выбора не было. Поначалу все шло хорошо. Костный мозг прижился, Арина чувствовала себя хорошо. Но через 7-8 месяцев после трансплантации у нее активировался цитомегаловирус, которые находятся в организме, ну, большинства людей. В России это в районе 70-80%. Он поражает клетки крови, кроветворную систему. И произошло отторжение донорского папиного костного мозга. Доноров больше нигде нет. Мы в течение нескольких лет проводили так называемую симптоматическую терапию для того, чтобы поддержать просто жизнь. К сожалению, ситуация стала ухудшаться, и у Арины появились признаки развития так называемого миелодиспластического синдрома. Это начало острого лейкоза. Стало понятно, что без повторной трансплантации нам не удастся спасти ее жизнь, а доноров нет. Тогда
по предложению директора Института генетики, господина Исаева Артура Александровича, мы задумались над проблемой провести сложный вид трансплантации с так называемой преимплантационной диагностикой. В один прекрасный момент мне позвонила заведующая отделением Наталья Васильевна, пригласила на разговор. Я почему-то была уверена, что нас сейчас отправят домой, скажут, что все способы лечения исчерпаны, нет больше других вариантов, доноров нет, что мой ребенок не выживет. Но разговор пошел совсем в другую сторону. Нашей семье предложили участвовать в научной программе. Нам предложили родить здорового ребенка, генетически здорового, и 100% он будет подходить Арине донором. Это удачный шанс и шанс спасти Арину. Мы, естественно, не думая, сразу согласились. Просто это неимоверное счастье какое-то было, что есть шанс спасти ребенка. И, во-первых, не то, что спасти уже имеющегося ребенка, а что у нас еще будет один здоровый абсолютно. Я уже знаю, что он будет здоровый, потому что, ну, по-другому я бы уже, наверное, не родила бы обычным способом себе ребенка, как бы, да. А тут уже я изначально знаю, что он будет здоровый, но почему бы нет, конечно, и шанс спасти Арину. Рождение организма начинается с одной стволовой клетки, иначе незрелой клетки, способной делиться, развиваться и созревать, создавая ткань, формируя тело, сердце, глаза человека. Более 200 различных типов зрелых клеток, из которых мы и есть. Но у любой живой материи есть свой срок службы. Зрелые клетки организма изнашиваются, стареют, а затем отмирают. Но стволовые незрелые клетки живут ровно столько, сколько живет сам человек. И находясь во всех тканях и органах, стволовые клетки делятся и замещают отмершие зрелые клетки, обновляют организм. И эта удивительная способность жизни называется регенерация. Именно поэтому мы и выбрали стволовую клетку как инструмент лечения человека. Сегодня у ученых, у исследователей есть такие возможности, которых, в общем-то, не было никогда. И если раньше на расшифровку первой ДНК у человека ушло 15 лет, то сегодня расшифровать ДНК можно значительно в лучшем качестве в течение 1-2 дней. И, по сути дела, идет огромное и быстрое накопление знаний и данных о генетике человека. Приблизительно половина всех случаев наследования болезней происходит, когда мать и отец не страдают наследственными заболеваниями, однако являются скрытыми носителями поврежденных генов. Каждый родитель, будущий родитель, вообще каждый человек должен знать, что знания о вашей генетике определяют будущее здоровье вашего ребенка. Вы можете быть на шаг впереди своих болезней. Существуют мутации, которые наследуются в обязательном порядке. Они называются доминантные. Существуют мутации, которые проявляются как болезнь только в том случае, если такая мутация есть и у мамы, и у папы. Вот это вопрос вероятности. И в этом смысле генетическая диагностика – это способ радикально снизить такую вероятность. В этой семье эта болезнь возникла в связи с тем, что мама была носителем, и папа был носителем такой же мутации в том же гене. Получается, что своему ребенку они передали обе мутации, а это означает, что ребенок рождается уже с болезнью. Он не просто несет мутацию, а она уже проявляется как заболевание.
другие заболевания могут наследоваться по другому принципу. На сегодняшний день известно, что около 8 тысяч заболеваний связано с генетикой. Вообще, в принципе, около 80-90% всех болезней как-то в той или иной степени связаны с генетикой. И у человека есть и инструменты, и знания, которые уже сегодня позволяют ему бороться с заболеваниями. Вы знаете, в наших руках уже было несколько методов, которые совместимы могли помочь вылечить тяжелые, неизлечимые на сегодняшний день заболевания. Детей очень много больных. Ежегодно в России рождается более 30 тысяч детей с тяжелыми наследственными заболеваниями, и мы решили действовать незамедлительно. Мы запустили целую программу имени Адама Нэша, как раз того самого первого пациента, который был вылечен при помощи этой технологии в США, где сказали о том, что мы бы хотели попробовать помочь таким семьям. Когда я начала здесь работать, я попросила, чтобы Арину отправили на дообследование. И эту мутацию достаточно легко и быстро нашли. После чего нам уже было с чем работать. Дело в том, что ПГД можно делать только если ты знаешь, какая мутация в этой семье вызывает болезнь. Потому что если у тебя есть только диагноз, но мутация не определена, тогда непонятно, что именно искать в эмбрионе. Поскольку генетики, они же не ищут болезнь, они ищут только мутацию. Чтобы спасти жизнь Арины, ученые сделают ей трансплантацию. Пересадку стволовых клеток кроветворной ткани. Эти гемопоэтические стволовые клетки можно получить из пуповинной крови новорожденного младенца, полностью совместимого по всем параметрам с Ариной. Для этого у Арины должен родиться брат или сестра. Но из-за того, что родители Арины не могут зачать здорового ребенка, нужна процедура искусственного оплодотворения – ЭКО, сопровождаемая преимплантационной генетической диагностикой, при которой ученые выявляют мутации, вызывающие онкологические и другие генетические заболевания, а также находят любые нарушения числа хромосом в яйцеклетке или клетках эмбриона, расшифровывают генетическую информацию, закодированную в ДНК эмбриона, чтобы выбрать для переноса в матку женщины только здоровые эмбрионы, не унаследовавшие родительские мутации. Изначально, когда нам предложили, первая мысль была, что мы могли как-то помочь человеку, который оказался в такой сложной ситуации, не только с научной стороны, но и физически, и материально, фактически, потому что мы все брали на себя, то есть пациенты совершенно не должны были ни за что платить. Когда мы попали в центр «Генезис», все относились к нам с абсолютным пониманием, состраданием. Все были очень добрые и внимательные. Обследование у специалиста начинается с детального анализа семейной родословной, выяснения диагноза наследственных болезней среди родственников. Если в результате исследований и анализов обнаружены отклонения от нормы, свидетельствующие о генетических и хромосомных нарушениях у будущего ребенка, то женщину направляют на прием к специалисту. Он определяет риски и рассказывает о них будущей матери. Талантливый эмбриолог в первую очередь должен получить хорошие эмбрионы. Такие эмбрионы, которые дадут беременность, которые дадут здорового ребенка. И это он должен с самого начала относиться к этим, сначала яйцеклеткам, потом сперматозоидам, потом эмбрионам, так относиться, как относится к своему собственному ребенку. Только в этом случае может быть хороший результат. Значит, здесь антифлексию верши или как? Да. Смотри, значит, здесь все неплохо. Здесь шикарный эндометрий у девушки. Вот обратите внимание. Значит, длина цервикального канала составляет 38 миллиметров. Длина, толщина эндометрия, он прекрасный, секреторный, составляет в районе 16 миллиметров. Это тоже норма, будем считать, да? Что касается яичничков, то... Скажи мне, пожалуйста, вот правый, да? Ну, левый. Левый скорее. А вот рядышком правый. Ну что ж, они увеличены, это по абдоминальным датчикам будешь смотреть. Количество жидкости в брюшной полости минимальное. Все прекрасно. Все у нас прекрасненько. Все, включаем свет и работаем. Мы получили вот в развитии технологии ЭКО доступ к генетическому материалу будущего человека. К
Конечно, это вызов. Что с этим делать? Ведь вы же понимаете, что даже сейчас мы как бы выбрали человека будущего. Выбрали по двум параметрам. А будущем, к сожалению или к счастью, мы можем выбирать по любому параметру. То есть развитие генетики за последние там, 10 лет генома человека, мы потихоньку будем знать, как наследуются любые признаки человека. Если, например, можно по генетическому анализу сказать, ну, чем будет будущий человек болеть, какие у него будут увлечения, какие у него будут характеристики здоровья, это одно. Но вот выбор, насколько он этичен и что с этим делать выбором, это, конечно, в 21 веке очень серьезно станет вопрос. Все, что сделано, скажем, в пробирке, оно должно быть пересажено в полость матки. Это вот отношение к оральному оплодотворению, которое мы должны придерживаться. Проверяй мне, пожалуйста, Денисочка, я очень старался, сейчас все. Сейчас я убираю зеркало. Светится хорошо. До свидания. Таки вот, все в середине полости матки. Нас сейчас УТК проверит, вот как надо, видите, в самом серединке. Все у нас хорошо. Очень часто у людей, особенно у неспециалистов, есть иллюзия, что при помощи этого метода мы создаем каких-то таких детей, которых без нас бы не было. На самом деле это не так. Мы не будем и не можем создать ничего такого, природа не предусмотрит. Поэтому все, что мы делаем, по сути, это просто скрининг эмбрионов и выбор среди тех эмбрионов, которые и так естественным образом в этой семье могли бы возникнуть, могли бы родиться такие дети. Мы выбираем тот эмбрион, который не унаследовал мутации, который получился здоровый, и из него родится здоровый ребенок. Таким образом, мы ничего нового, по сути, не создаем. Мы только даем родителям возможность не полагаться на случайность, а прибегнуть к медицинской помощи, чтобы сделать такой выбор. Каждой матери знание, что ты носишь здорового ребенка, не просто там непонятно, как бы, да, что будет, а то, что ты изначально знаешь, что ребенок здоровый, ну это круто, здорово. Вот сейчас я поняла, что здоровье – это самое важное. Не что-то другое, не материальные ценности, не какие-то, да, именно здоровье. Еще осталось 5 здоровых эмбрионов, которые заморожены в генезисе. В последующем мы можем еще родить, если захотим, 5 детей. С Артемом у нас было запланировано плановое кесарево. Но Артем почему-то захотел родиться раньше своего срока на 3,5 недели. Ну, естественно, было все не подготовлено. Пришлось рожать самостоятельно. Это были достаточно долгие и тяжелые роды. Пуповинную кровь собрали в нужном количестве, и сразу в этот же день ее отправили в Москву на диагностику. В процессе диагностики было выявлено, что Артем – совершенно здоровый ребенок, не унаследовавший от родителей генетических заболеваний. Артем 100% подходит Арине донором. И шансы спасти ее жизнь возросли во много раз. Трансплантация – смертельно опасная операция, требующая как можно большего содержания кровотворных клеток в трансплантационном материале. К сожалению, их было недостаточно. И мы приняли решение не спешить с трансплантацией, подождать, когда братику будет, ну, примерно год, и после этого сделать трансплантацию смеси его костного мозга и клеток пуповинной крови. Поздравляем вас с рождением, сыночек. Растите большие, не болейте. Всего добренького. Всего доброго. Удачи. Спасибо большое. Все будет хорошо. Хорошо. Да, да, да. Всего доброго. До свидания.
Арина там смотрит. Арина машет. Скажи мне скорее. Артем абсолютно обычный. Абсолютно обычный ребенок. И нет разницы, каким образом он родился, при помощи процедуры ЭКО или обычным способом. Умный, здоровый. Ходит в детский сад, как все обычные дети. Мне кажется, он наоборот. Даже какой-то его в садике очень выделяют. Он умный, общительный, веселый. Сколько уже малыш ушел? 2,5. Класс. Я так помню, что у меня сейчас 6,5. Девочки, а сколько Арине? Арине 5, 1 июня было. Ты самый классный возраст такой. Вообще обалденный. Ощущение. Ну, страшно. Еще нет, ну так нормально все. Да. Когда мы окончательно убедились, что братик маленький, годовалый, может быть донором, мы взяли от него клетки костного мозга, взяли клетки пуповинной крови, которые в течение года хранились у нас в криокомплексе, и сделали пересадку. Блин, вместе с ним, вместе. Ну, оттуда еще далеко-далеко. Химиотерапия для многих злокачественных заболеваний является очень-очень эффективным методом лечения. Но химиотерапия сопровождается такими значимыми побочными явлениями, токсичность, которые в будущем мешают ребенку жить. Поэтому во всем мире такая тенденция минимизировать токсичность терапии без потери эффективности терапии. Главная перспектива – это иммунотерапия и трансплантация костного мозга с использованием иммунотерапии, с использованием мягких способов лечения для того, чтобы избежать последствий тяжелой химиотерапии и лучевой терапии. Самым страшным моментом в этой всей нашей истории, наверное, было, во-первых, самое первое – узнать, что твой ребенок смертельно болен, да? Потом это все осознать, потом это все проходить. У Арины еще 1,5 года была остановка сердца в реанимации, ее реанимировали 4 часа, это был полный кошмар. Но это, наверное, самое страшное. Остальное все можно пережить. А из-за чего произошло? Ну, из-за инфекции. Мы лежали в реанимации, у меня просто в 4 утра во сне остановилось молча сердце. Ну, если бы я, допустим, спала, я бы утром проснулась, а Арины уже нет. Я всю сознательную жизнь, сколько себя помню, хотел быть врачом. И там в моем представлении, так сказать, может быть, там несколько романтическим, врач это был не только тот человек, кто как бы там вот лечит здесь и сейчас конкретную болезнь или конкретную проблему пациента, а тот человек, который создает возможности там излечения, да, то есть тот, кто создает вот некое лекарство, некую технологию, которая дает возможность преодолеть эту болезнь, преодолеть эту боль, которая есть у людей. Собственно говоря, это то, что, ну, наверное, стоит делать в этой жизни. Мы сталкивались с очень многими разными заболеваниями. Кроме того, у нас, в общем-то, достаточное количество знаний о том, как, какая болезнь протекает. Многие из них связаны с болью, с немощью. Но самое страшное, когда ты испытываешь бессилие и не видишь возможности помочь этому ребенку побороть заболевание, справиться с болью, с недугом. И, наверное, это один из самых сильных мотивирующих факторов для меня лично и для всех тех людей, с которыми мы работали в этом проекте. Когда я встретила первый раз Арину на улице после того, как ей была проведена трансплантация, это было буквально через, по-моему, 2 месяца, я встретила ее с мамой, когда бегала по набережной. И у меня такое было чувство глубочайшего удовлетворения, потому что я понимала, что, конечно, еще нужно определенное время для того, чтобы понять, все ли сложилось, но
базовая процедура уже была произведена без осложнений, уже была более стойкая надежда на то, что результат будет положительным, тот, который мы ждали. Несмотря на некоторые сложности, все закончилось очень-очень хорошо. Исчезли признаки острого лейкоза, исчезли признаки синдрома Швахмана-Даймонда, и в результате семья получила возможность иметь двух здоровых детей. На данный момент у Арины абсолютно хорошие анализы крови, как у здорового обычного человека. Мешает только препарат иммуносупрессии, который она до сих пор принимает, чтобы тёмин костный мозг, клеточки внутри ее организма чувствовали себя хорошо, комфортно. Этот препарат мы пьем для приживления костного мозга. Этой женщиной можно восхищаться, потому что она сделала все для того, чтобы помочь своему ребенку. Это настоящая мама, настоящая мать. Она может этим гордиться. Мы помогли всем, чем могли, и мы рады тем, что это действительно закончилось очень хорошо. Мы сделали все возможное и невозможное. Мы помогли, чем могли. По-моему, в этой ситуации все счастливы. Все это пройти заставляет жизнь, и быть и пробивной, и где-то лишний раз спросить, попросить, это все ради ребенка. Я тоже не всегда была такая пробивная, чуть что сразу слезы. Сейчас нет, наверное, эта жизнь, она закаляет. Когда ты борешься за жизнь своего ребенка, научишься лишний раз, там, позвонишь, попросишь везде. Родители и сейчас, и, думаю, в будущем будут счастливы. Они не развелись. Они боролись до конца в надежде на то, что даже в их случае можно получить здоровых детей. Это обычное желание нормальной матери, большая любовь, наверное, скорее всего. Ну, ребенка бросить невозможно. Она же не виновата, что она родилась такая. В Архангельске нам сказали, что она у вас до года не доживет. Ну, нам уже 9. Допустим, усердные борьбы, да, но главное – результат. Мне сейчас все можно. Орехи, яблоки, это семечки, все можно. Гулять можно, общаться с друзьями можно. В кино ходить можно. Чипсы. Я раньше болела очень много раз. И из комнаты нельзя было выходить. Мама еду приносила наверх. С ребятами нельзя было играть. Ни с кем разговаривать нельзя было. Мама мне помогла. Купила лекарства. Вообще помогли доктора. Они меня лечили, прописывали всякие таблетки, лекарства, что надо было. И я выздоровела уже. Вы знаете, этот новый метод лечения – это не только возможность помочь Арине. Это концепция, это подход, это принцип определенный, который дает возможность использовать те методики, которые мы применили, для лечения целого ряда заболеваний. Это анемия Фанкони, это тяжелое такое заболевание, как буллезный эпидермолиз и многие другие наследственные заболевания. Арина, ты меня любишь? Да. У тебя хорошо получается. И у тебя тоже. Жизнь многогранна. Она развивается. А мы смиренно развиваемся вместе с ней. Она направляет нас к истине, пускает в самое сердце и дает нам имя – генетика.